Приветствую всех, друзья! Несмотря на то, что Чарльз Оливейра победил Джастина Гейджа, боец не является чемпионом. Тем не менее, именно он будет оспаривать вакантный титул. Сейчас много разговоров о том, кто станет его следующим оппонентом. Один из них, конечно же, Ислам Махачев, который единственный, по мнению многих экспертов, способен оказать мощнейшую конкуренцию в партере и в целом поединке. В связи с этим я, как всегда, подготовил для вас прогнозы на потенциальный бой от известных бойцов и экспертов в мире ММА. Всем приятного просмотра! Если Ислам все-таки получит бой с Чарльзом, то он будет активно искать возможность провести тейкдаун. Он не будет переживать насчет грэпплинга Оливейры. Все последние соперники Чарльза дрались с ним в стойке. Ислам же тоже очень хорош на ногах. Это будет потрясающий бой. Я думаю, что Махачеву по силам справится с Оливейрой без проблем. Это мое мнение. Кто-то может говорить что-то другое, что у Оливейры хороший джиу-джитсу, еще что-то. Я думаю, что Махачев его переедет. У него IQ больше в борьбе и партере, по контролю и всему. Самое главное быть внимательным и построить грамотный план на бой. На самом деле, в последнее время мы не видим против Оливейры хорошего бойца. Пока это Ислам Махачев. Почему? Я думаю, он не сможет попасться на такие ошибки, как это сделал Порье, сейчас Гейджи, как Чендлер ошибся. Оливейра от всех падает и выигрывает потом. Он всех заманивает в партер. Он там себя чувствует лучше, как рыба в воде. Бой может быть вязкий, неприятный, но с Махачевым такие приемы не прокатят. Да, я считаю, что сейчас Чарльз побьет Ислама. Есть большая разница между Чарльзом, который в 2019 году дрался с Кевином Ли, и тем Чарльзом, который выходит в октагон сейчас. И он снова стал другим, побив в прошлые выходные Джастина Гейджа. Все дело в уверенности, с каждым боем он все больше верит в себя и свои способности. Он пришел к тому, что чувствует себя достаточно уверенно, обмениваясь стойкими ударами с Гейджа, и ища возможности для того, чтобы его подловить. Мой прогноз – поединок продлится максимум 3 раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова. Мне доводилось слышать, что Ислам очень силен в партере. Так говорят те, кто с ним тренировались. Об этом говорит и Хабиб. Это что-то значит. Может быть, если он примется сразу атаковать снизу, то нет гарантии, что это закончится приемом, но он сумеет вымотать Оливейру. Мне говорили о таком про Ислама. Хабиб также делал. Он переводил еще в первом раунде и начал много работать в партере, забирая у него те самые силы, которые нужны в длинных боях. Мы же тут говорим о возможном чемпионском поединке между Оливейрой и Махачевым. Думаю, что подобная тактика принесет успех. Но не стоит заблуждаться, что борьба – единственный аргумент Махачева в бою с Оливейрой. Мне кажется, Ислам более чем в состоянии поработать с Оливейрой в стойке. Да, Чарльз очень опасный и искусный ударник. Но будет ошибкой сказать, что Оливейра работает в стойке на голову выше Ислама. Ты не можешь называть Чарльза Оливейру трусом, этого нельзя делать. Я понимаю, чего сейчас хочет добиться Чарльз. Оливейра или другой боец хочет, чтобы ему платили. Послушайте, он дрался со всеми лучшими бойцами своей весовой категории. Вы не можете называть человека трусом, который в последних трех боях победил Майкла Чендлера, Дастина Порье и Джастина Гейджа. Эти трое лучшие бойцы своей весовой категории. Три лучших боя, которые мы видели за последнее время. Чарльз победил этих парней. Более того, он финишировал их. Итак, Оливейра пытается заработать большие деньги. Конечно, ему и так заплатят, но он хочет получить действительно большие деньги. Поединки против Диеза или Конора обеспечили бы ему это. Махачеву необходимо побить Дарюша или вроде одного из тех, кого я перечислил ранее. Оливейра после побед над ними выглядит предпочтительней. Ислам Махачев засабмитит Оливейру. Он оформит сабмишен. Джим Миллер засабмитил Оливейру. Ислам тоже победит его сабмишеном. Давайте говорить откровенно. Ислам лучше в борьбе. Он переведет поединок на землю. Махачеву необходимо будет остерегаться гильотины, поскольку из-за того, как он проводит тейкдауна, Оливейра будет способен сделать свип. Махачеву нужно опасаться атаки на ноги. Ислам потрясающий боец, дело не в том, что за его спиной стоит Хабиб. Я сужу исключительно по его поединкам. Но у Ислама есть одна очень серьезная проблема. Топ легкого дивизиона, являющегося самым жестким в ММА, под завязку забит звездами. Тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Дастин Порье, Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер, Дэн Хукер, Пол Фелдер и Джастин Гейджи. Понимаете к чему? В чем проблема? Топ дивизиона забит звездами, и сейчас разговор идет не о том, сможет ли он их побить или нет. Речь идет о том, сможет ли он получить бой с одним из них. В аналогичном положении был и Чарльз Оливейра. Мы все знали, что он настоящий убийца, но пока кто-то из топов не согласился на бой с ним, это не имело никакого значения. Тони Фергюсон согласился на это, и вы сразу стали по-другому воспринимать Оливейру. Это очевидные вещи, но сейчас непонятно, кто из топов подпишется на бой с Махачевым, потому что ни один из них не хочет биться с Исламом. И это не потому, что они боятся его навыков. Просто они популярны, а он пока что нет. И это немаловажный момент. Мне кажется, бой с Махачевым будет наказанием для того из топов, кто отказывается от боев. Он будет биться с Исламом. Так что хочу предупредить всех топовых легковесов. Будьте осторожны, отказываясь от боев, потому что вам грозит еще менее приятный бой. Ислам уже в топах и он на их уровне. Все, что ему нужно, это именитый соперник.
Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульный бой, но на самом деле он выпрашивает поединок с Конором, который не побеждал с 2015 года. Я финиширую Оливейру с Абишном в течение 3 раундов, скриньте это. Друзья, вот такие вот получились прогнозы на этот поединок. Кстати, вы можете писать свои прогнозы, мне будет интересно почитать. Ну и не забывайте поддерживать выпуск лайком и подписываться на мой канал. Всем пока и удачи!